Разрушенные цеха, свалка строительного мусора и несколько уцелевших корпусов. Так сейчас выглядит завод имени Масленникова. Но уже через 2 года эту территорию ждет глобальное обновление. Накануне в Самарской гордуме концепцию развития зимы представил один из собственников земли, зампредседателя правления управляющей компании «Роснано» Владимир Аветисян. Меня попросили быть представителем застройщиков на зиме, и, честно говоря, я не сразу согласился, я выставил несколько условий, и одним из этих условий было то, что мы, прежде чем приступать к застройке, организуем международный конкурс, привлечем бюро архитектурное с различных уголков планеты. Победителем конкурса стал проект «Риверпарк. Времена года». Он предполагает постепенное освоение 51 гектара заводской территории от сектора у набережной реки Волга до Новосадовой. Здесь должны появиться не только жилые дома для 13 тысяч самарцев, но и поликлиника, школы и детсады. Депутаты по достоинству оценили проделанную работу и одобрили представленную концепцию. Сегодняшнее обсуждение, на самом деле, оно задает определенную и планку рассмотрения подобных проектов. Мы не впервые рассматриваем проекты такой комплексной застройки. Однако уровень сегодняшний, он, конечно, нам позволяет рассчитывать, что наши все предложения будут услышаны. Все пожелания мы постараемся реализовать в новом проекте, касающиеся и объектов социальной сферы, набережной, общеобразовательных учреждений, культурных центров. Ну, то есть разговор действительно интересный, действительно по делу. На реализацию всего проекта понадобится от 10 до 15 лет. Анна Шорина, Андрей Тишин, Алексей Ногинский. Специально для 63.ру.